Доброго дня, давайте знакомиться с вами. Расскажите, какую компанию или услугу вы представляете здесь на выставке? Добрый день, меня зовут Казановский Дмитрий, представляю компанию Premium Coffee Solutions. На рынке мы более 20 лет, но сейчас произошел небольшой ребрендинг, и компания изменила название. В нашем пуле брендов порядка 8 брендов сейчас, и потихонечку мы расширяем, с каждым годом прибавляя по одному, по два бренда. В основном это Швейцария, Португалия, Италия, Корея. Вот. Но в дальнейшем будут еще, скорее всего, и российские бренды, поэтому готовы расширять свои горизонты и, соответственно, представлять компанию на более широком уровне. Какие профессиональные задачи ставите перед собой на этой выставке? На эту выставку мы пришли посмотреть, что у конкурентов преимущественно в этом сезоне представлено. Вот. И нам интересен сейчас посудный сегмент, потому что посудный сегмент развивается довольно широко, и как бы новинки нам интересны. По большей части для себя смотрю направление кофейной тематики, потому что кофе развивается в Европе достаточно быстро, и объемы растут с каждым месяцем в разы. Вот. Но у нас как бы культура кофе и сам вот этот рынок, он немножко забит. Поэтому смотрим, что появляется нового, и будем представлять свои новинки. Правда ли говорят, что за чашечкой кофе гораздо проще делать бизнес? Конечно. Вот, я предлагаю вам просто в процессе этих двух продуктивных дней выпить как можно больше кофе с правильными людьми. Спасибо большое.